Дорогие друзья, коллеги, дамы и господа, поздравляю вас с Днем России. Мы чествуем сегодня свою родную страну, и нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России. Гордость за нее, за свершение наших предков, забота о настоящем и будущем Отечества. Для нас Россия, Родина, гораздо больше, чем место, где мы родились, где живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями и нравственными устоями. И эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения. На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ достойно, с честью преодолевал любые трудности. Основой, стержнем его единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне. И сегодня деятельная любовь к России, ответственность за нее, готовность каждого включиться в решение общенациональных задач и не менее важных повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашего государства, надежная опора для эффективной защиты национальных интересов. Мы хорошо знаем, как богата Россия умными, талантливыми, смелыми людьми. Они могут добиваться потрясающих успехов, достигать, казалось бы, невозможного, совершать открытия в науке и технологиях, создавать шедевры культуры, которыми восхищается весь мир. Яркое подтверждение этому – работы наших лауреатов государственных премий. Хочу еще раз поздравить вас, уважаемые друзья и коллеги, с высокой оценкой ваших заслуг перед страной и российским народом. Дорогие друзья, путь, пройденный нашей страной, показывает, мы умеем творить и созидать. Умеем мечтать, не успокаиваться на достигнутом, быть сильными и вместе добиваться поставленных целей. И в какой бы сфере ни работал каждый из нас, все мы стремимся к процветанию Отечества, к активному, прорывному развитию ради людей, ради высокого качества и уровня их жизни. Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину, за благополучие всех граждан нашей страны. С праздником, с Днем России!